Да хуй из вас нормально, ненормально, да это не нас, блядь. Вот. Да какого, да, там пиздец. Они там, это... блядь, можно сказать, я не знаю, половину, блядь, захватили нахуй того, что было захвачено, блядь. Да, 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 они давят. Вот. Фронт находится в 2 километрах от нас. Вот. Ну и бушат они, конечно, конкретно со всего. Ну, деревни, да. Которые это раньше были наши, отжали, они выгнали вот наших. Тут, блядь, вплоть до окружения доходило. Хуйня тут, конечно, серьезно творится. Я говорю, блядь, чем они только нас не засыпают, и градом, и хуядом, блядь, я ебал. Вот. Не надо вообще не прекращать. А чего, подожди, блядь, вы проспал, они просто командование проспало эту хуйню, что ли, или что? Пиздец, я не знаю. Как... Растянули вам там по всей хуйне, по всему фронту размазали, блядь, как этих. Да, 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 кучками. Вот она и хуйня и получается полнейшая. Они еще, сука, но, это но. У них эти ракеты Хаммерс американские пошли. Ну я знаю, ну все это про эти Хаммерс ебаные все показывают. Ноги аж трясутся нахуй. Он ебал, даже земля трясется нахуй. Тут наши-то все нахуй дищут.